Ну что, друзья, доброе утро. Вот и второй день наступил. Правда, вчера с вечера как снег пошел, так до сих пор вот валит. Нехило так поднавалило. Сантиметров 7, наверное. Ну, в принципе, вчера говорил, что снега мало. А сегодня вот так. Короче, ребят, 7 час утра. Я на сборах. Ну все, ребят, в курсе и уже, наверное, предвкушение того, то, что, ребят, будем проверять сегодня донышки на налима. Я, в принципе, сам тоже, ну, конечно, немного есть сомнения, но ожидаю хоть одного трофейчика, ну, взять. Соответственно, сегодня идем на проверочку тем же маршрутом, около 5 километров, погода минус 3, ну, снег, целый день такая погода. И тут вчера созваниваемся с брательником, кстати, вас я уже с ним знакомил. Ездили мы на охоту по уточке немножко. И приехал он также в поселок Первомайский к своей маме. Живем, ребята, вот буквально 100 метров на одной улице. Ихний дом и наш дом. Вот как-то так, ребят. Кирюха, кровник мой. Почему кровник, уже я рассказывал, многие, кто смотрел. Потому что мама и папа у нас родные братья. И, соответственно, мы не просто двоюродные, а... получается, кровники. Ну все, ребят, и Кирюха хочет порыбачить, а он страстно любит ловить окуня. Так что я говорю, давай, братан, я тебе составлю компанию. Соответственно, вчера вечером переделали снасти. Кирюха привез дополнительно, что у нас есть мотыль, опарыш, он еще привез червя. Так что, ребят, сегодня в плане и рыбалка на окуня. Сегодня будем искать окуня, ребят. Так что не знаю, посмотрим. Ладно, добираясь до него, сборы и вперед. На ножке 4-5 километров до реки. Темно еще, но фонарики есть. Пойдем с фонарями. Спит, что ли? Ну что ты, бро, готов? Завтракал, ну молодец, что в 5 километров все-таки идти надо, базара ноль. Я, короче, уже возле тебя, так что можешь потихоньку выходить. Давай. Прикольно, да, смотри. Вот так, считай, была вода поднята. Это все, вон, смотри, там вода замерзла. Все упало, да, получается? Пустота, блин. Ну вот, раздача была здесь, вдоль берега, вот. Тут стрелял, тут. Все, полоса. Вот так. Так что будем смотреть. Сейчас раскидаем, разбурим. Видишь, лунки засыпал. Половину тут свежих. Да, вот так сейчас. Вот этот ряд. Прямо возле берега. Сколько я к этим ящикам привыкал, короче, так и не привык. Один новый тоже компания прислала. Друг. Знаешь, друг. А плавающий такие. Плавающий, это термо. Я Женьке его подогнал. По ссылке. На поинге были, день рождения было. Я держу подарок от меня. Канчик у тебя тоже был, да? А я его как сумку еще таскаю. Он получается, видишь, ну, на харюзу можно. Тут можно вот этот, на пояс его. Смотри, как сумка. Фигашевский. Термос Арктика, да? Арктика. Да. Как он выглядит? Он как все горит, я тоже не знаю. Вон, за которого ты узнал, это самый-то. А. Я Куньи Горы говорю. Вот он. Поставим чуть-чуть. Блин, кстати, нормально, вкусно. Ну, вон, зацените полночку. Что, ребятки, добрались мы до льда. Вот еще рановато пришли, немного расцветает. Ну все, будем искать. Поднялись сейчас выше этих донок, которые у меня стоят. Братан сразу вход, разнос пошел. Но парняга хочет рыбалки. Все, ребят, сейчас будем искать. Правда, забыл на налобное крепление. Как-то со штатива придется снимать. Постараюсь. Погода неважная, снег метет. Ну, наконец-то зима. Погнали.
сейчас поедут, но... Что, на мотылька попробуем, да, Гриш? Попробуем мотылька. Что, ребят, добрали за другой ямы, там пару ершей поймали. Пришли сюда, здесь уже знаем, что есть окунь. Разбуримся сейчас, попробуем. Попробую без мотылку, короче, верхнюю не одевать. Чисто ради эксперимента. Будет хватать, нет ее. А нижнюю мотылька подвешивать. А, блядь, в лунке застрял, Кирюх. Плохо почистил. Ну так это средний. Ну вот, первенький. Прям с травой, короче, вырвал его. Плохо почистил. Ну вот такие вот, ну, средние, видишь, можно тёпать. Но на мотыля смотри, зараза. И, короче, тюкнул. И как я тебе помнишь, ну, говорил-то, больше не дергает. Поднимаю, кивок просто висит. Ага, повис, да. Ну вот. А, с первой проводочки, да? С первой, да. Да, наверное, да. Братан, короче, рыбу ловит и по телефону разговаривает. Давай. А? Ну. О, ну, вот такие, Кирюха, можно. 90-100, ептать. Ну. Ничего так. Сразу, да? Хватит? Сразу просто. Да, вот сотый. А, расшиперился. На снегу так. Яблоки, говорит, на снегу. Поменьше. Ну, огонь. Сейчас посмотрим. Стоит здесь рядышком, нет? Я нашел. Свистит вроде, едет. Два слунки, короче, да? Подряд и все. Тихо. Конечно, сколько можно с отсюда таскали уже. Штучные, реально штучные остались. Пробурился, в рот ему закинул, блядь, он взял. Не знаю, может, клёв-то будет еще, может, будет бегать, мигрировать. Посмотрим. Короче, ребят, результат такой: луночка, поклевка или окушок, и все. Можно сразу менять дистанцию. 4 окушка дернули. Подвижку Кирюха поймал. Ну, это на доночке. Вон они там стоят. Налим там, наверное, пищит, наверное, у меня. Ладно, что, буримся. Вот сейчас будем искать. Есть мотыль кормовой. Вот если хотя бы штучки 3-4 слунки, то кормиться будем пробовать. Еще сколько они? 100 грамм? Соточки есть, да. Такие неплохие. Горбачи. Вон, ребят, как упала вода, блин. Вот помню, мы спускались на лед. Просто вообще лед ушел на метр, наверное, вниз. Прикольно, блин. Ну что, с Кирюхой сидим там. Немножко окуневых душем. Вообще капризный.
вообще. Кирюха даже двух настоячку поймал, ну настоячу. Конечно, удивительно. Ну и так лунку пробуришь, кидаешь, он хап, сразу сходу. Все, больше нету. Переходишь на другую или поклевка. Возвращаешься обратно, есть поклевочка. Короче, вот такая. Ну, поймали живца, ребят. Одна плотвичка. Ёршик там. И остальные мелкие кушки такие. Правда, чуть крупноватые, но пусть будет так. Леса бродила. Свежие это ночью, походу. Потому что все засыпало. Вот я там ветки рубил. Вот она гуляла здесь. Ага, здесь я ерша выкинул. Вот она его хапала. Нашла. Ну вот доночки наши, ребятки. Стоят. Вроде никто ничего не трогал. Еще проверим. Ну, живец есть, но заряжу, наверное. Пускай стоят. Потому что даже если завтра не приеду, то на выходных все равно собираемся. Пускай будет. Ладно, что, проверим сейчас. Посмотрим. Начнем так. С центра, я думаю. Просто интересно. Прям с центра начну, с самого такого путевого места. Посмотрим. Ну, вероятности мало, конечно. Ну, почему нет, ребят? Может быть. Так что смотрим. Не знаю, ребят, что было, но крючок пустой. Живца нету. Сейчас насадим свеженького. Ну и отправим обратно. Снега много, так что сейчас можно закапывать. Достал вторую, ребятки. Плотва пересосана вся. Возможно, налим гулял. Непонятно. Как будто кто-то ее шмыкал, жмергал. Сюда тоже плотвичку поставим. Давай, плыви.
есть, ребятки, сделали. Не крупный. Весь в песку, ребят. Попался. Зараза такой. На плотвичку хапнул. Вот он, ребятки. Треска наша. Грязнющий. Ну такой жаренок, нормально. Не заглотил, ребят. Песчанчик. Огонь. Ну вот, ребят, старый метод работает. Взял на середине, на глубине, ребятки. Вот тут та плотва точно была пожевана. Так что налим гуляет. Так, что мы сюда тогда? Так как сработала у нас тема. Ёршика поставим. Так, ребят, тоже середина получается. Но вот на эти я не рассчитываю. Так крайне вообще в этот. Там ил уже получился у меня. Ее надо будет лучше переставить. Вот сюда куда-то. Да-да-да, так и сделаю. А тут сейчас посмотрим. Нет, живца содрали. Это уже радует, что ну плотва нежная, она живца, так что возможно и содрали. Давай, дружище, уйди. Ну что, ребят, все-таки мы сделали. Взяли треску нашу, никодимчика, правда, один. Ну, две плотвички пожеваны, трех вообще не было. Ну, плотва слабая на живца, ну, щучий вариант. Ёж он все-таки поплотнее, ну и окунь тоже. Так что все работает, все нормально. Не крупный, но жаренок такой. Отлично. Зимьюга. Так что, ребят, пускай доночки стоят. Возможно, мы еще его отловим. Вот так. Сейчас пойдем с Кирюхой пообедаем. Перекусим. Ну и окуня будем даже чуть дальше. Вот так осталось. Домой пускай идут. Давай, зовите там папу, маму, братьев. Не было, что тут. Чего замерзло, блин.
походу взял. Ну что, братан, давай. Чем Бог послал, говорит. Давай на ящик туда что ли. Самое главное в обеде. Яйцо гид лице сальце. Блинчик идет. Лучочек. Поднарежем. Что это дело? И перекусим. Время 12-12 уже, да? Угу. На самой середине, короче, панел на нем взял. В самой середине. Кто-то у тебя подходит, не знаю. Тут иконку, наверное, сделал. Может, гуляет что-то разное. Платычки? Ага. Так мельком дергает. Пятьдесят капель. Ну давай, Кирюхочу, за рыбалочку. Взяешь короче? Говоришь, я на три дня вот мы с пацанами. Он говорит, давай, все, дров мы пилит вам. Баня. Ты что, не на черте? Нет. На этот лазишарик, да? Да. Тот вот там. Кирюха, короче, косит хищника нормально. Чуть-чуть. Я только буквально блесенкой тут ходил, не взяла. Чуть-чуть отгрызла. Да. Нефиг делать, леска-то тонкая. Я куда-нибудь другую лучше выпустить. Так он в любую кидает. Вот, вот. Можно, давай, расти, блин. Есть, да? Бля, он достиг, но надо он достиг. Молодой. Теленок, блин. Байкальчик. Ну что, ребят, добрался уже до дому. Ну, отличный денек, сегодня очень тепло, правда, снежно, но это мелочи жизни. А, ребят, то, что я хотел, я сделал. Мы взяли треску, хоть и не крупная, но жаренок пойдет. Сейчас с мамкой вот именно ими займемся и пожарим. С братом пошумели немножко по окуню. Редкий окунь, как бы, такой пассивный очень, но... По килограммчику, короче, натаскали. Так что, ребят, в целом и рыбалочка тоже сегодня была. Ну, я сильно так не увлекался съемками, потому что, ну, общались с братом. Кайфовали, короче, ребят. Погуляли пешочком. Кирюха ставил на телефоне вот эту движуху. 26 тысяч шагов, короче. Как будто показывает 19 километров, но это, конечно, неправда.
В целом, ребят, классный денечек. Всем, ребят, советую гулять, отдыхать на природе. Ну и не лениться, конечно. Дрюня на связи, ребят. Всем мира. Всем пока.